Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую своих подписчиков. В этом видео я распаковываю очередную посылку. Пришла вот такая посылка такой формы. Значит, написано у нас здесь по описанию Furniture Casters. Я так понимаю, что это у нас добралась посылка с ножкой для компьютерного кресла. В общем, обошлась посылка в 127 рублей или чуть больше $2, добралась за 26 дней. Давайте посмотрим, в каком виде это все пришло и какого качества. Так. Открываем, смотрим. Заказывал я это дело на пробу. Если честно, не очень знаю, сколько подобные вещи стоят у нас здесь, там, например, в Леруа. Допустим, если вам до почты недалеко, а до Леруа дальше, разница в цене может быть и не такая существенная у этой вещи, то может быть, при слове, конечно, хорошего качества, проще будет заказать действительно на Али. Так, давайте посмотрим. Так, да, вот так вот она выглядит. Здесь пусто. Никакой дополнительной даже упаковки ничего не сделано. Да, ножка, все верно, вот это вот крепление именно такого плана у компьютерного кресла. Что-то здесь грязное какая-то. Пластик уже заранее грязный. Так, ну вот насколько вообще ощущение, бывают такие ножки с очень таким тонким пластиком, который действительно ломается очень быстро. Вот у этого вроде бы ощущение такого толстостенного пластика, такого надежного, да и колесики, в общем-то, такие монументальные. То есть, в принципе, мне кажется, это хорошее колесо. Вот. Единственный вопрос, как бы, если их нужно несколько, то встает вопрос сокращения, конечно, стоимости покупки еще более. Но в целом вот такой вот лот, заказал я его на пробу, мало ли кому-то это будет интересно. В принципе, наверное, все, не вижу смысла затягивать видео. Благодарю вас за просмотр. Если у вас остались какие-либо вопросы по данному лоту, то пишем их в комментарии. У меня же только формальности остались. Те, кто еще не подписался на группу в социальных сетях моего YouTube-канала, делаем это по ссылкам в описании. Если вы приобретаете этот лот, либо что-то еще на просторах интернета, то не забывайте обязательно использовать кэшбэк-сервисы. Те кэшбэк-сервисы, которые использую, я рекомендую. Ссылка на них будет в описании к видео. А если вы считаете, что мой канал достоин небольшой поддержки, то можно поддержать его по нижней ссылке в описании к видео. Все, друзья, всем счастливо. Пока. Love you.